Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. На кировском рынке аренды жилья в ноябре зафиксирован рост. По данным портала Rekker.ru, арендные ставки поднялись во всех сегментах жилой недвижимости. Заметнее всего, более чем на 12% прибавили в цене трехкомнатные квартиры с 13,5 тысяч до 15 300 рублей в месяц. Более чем на 4,5% выросла ставка аренды в сегменте однокомнатных квартир. В ноябре она составила в среднем 9 180 рублей. Незначительно менее чем на процент подорожали двухкомнатные квартиры. Ставки посуточной аренды 1, 2 и 3 комнатных квартир также поднялись. Рост составил от 3,5 до 11%. Дайджест недвижимости. Цикл семинаров для председателей советов многоквартирных домов и председателей ТСЖ организует Кировская жилинспекция. Специалисты инспекции расскажут об изменениях в жилищном законодательстве, дадут рекомендации по правильному заполнению форм документов, необходимых для качественного управления многоквартирным домом, а также ответят на вопросы слушателей. Семинары будут проходить по средам с 5 до 6 вечера в библиотеке имени Пушкина по адресу Преображенская, 74. План занятий в ближайшие дни появится на сайте Государственной жилищной инспекции Кировской области. Дайджест недвижимости. Далее информация от наших партнеров. Квартиры студии по цене от 570 тысяч рублей предлагает ипотечная корпорация. Жилье расположено в микрорайоне Верхней Черемушки. Это прекрасный вариант первого жилья. Такая квартира станет оптимальным решением для студентов и семей без детей. Уменьшение метража не означает ухудшение потребительских характеристик квартиры. При грамотном подходе к планировке и декорированию в компактной квартире можно создать уникальное жизненное пространство, которое будет отвечать всем требованиям эргономики. Дизайнеры ипотечной корпорации позаботились о комфорте будущих новоселов, составили план расстановки мебели, пространство удобно зонировано, эргономично использован каждый сантиметр площади. Купить квартиру можно как за наличный расчет, так и с помощью ипотеки. Узнать более подробную информацию и получить бесплатную консультацию всегда можно в офисе ипотечной корпорации в Кирове по адресу улица Ленина, 92, или по телефону 25 10 10. Проектные декларации размещены на сайте ипотека43.рф. Заем предоставляет АО «Крик». На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.